Самая популярная часть низа беговой экипировки сейчас это тайца, плотно обтягивающая нашу ногу. Но тайца это вещь не безусловно всем идущая и вовсе не самодостаточная. На холодные зимние пробежки все равно приходится обычно надевать ветрозащитные штаны сверху. А у беговых брендов есть альтернативное предложение по низу беговой экипировки, это беговые штаны. Сейчас актуальны, конечно, утепленные варианты. У Saucony это Siberius Pants, как уже следует из названия, это теплые штаны. Но они утеплены по современным материалам, то есть они не тяжелые, они влаговыводящие, и в них комфортно на широком диапазоне температур. В них можно бегать от температуры чуть ниже 10 градусов до холодных настоящих сибирских морозов. Они, кстати, не станут ломкими, как это часто бывает с ветрозащитными штанами. Очень часто подобные штаны тяжелые. Siberius Pants, на удивление, легкие штаны, очень хороший материал. Но все-таки это не пушинка. Для того, чтобы не было проблем, когда мы бежим при сгибании колена, очень хороший подрез в нужном анатомическом месте, и поэтому они не натягиваются на колени при беге даже достаточно быстром. Еще одна сфера применения Saucony Siberius Pants. Это прохладные российские манежи. Во множестве российских манежей зимой весьма-весьма прохладно. И в итоге наша тренировка частенько превращается в беспрестанную борьбу с шиповками или кроссовками, потому что когда между отрезками или после тренировки нам надо надеть теплые вещи обратно на ноги, мы их постоянно кроссовки расшнуровываем, снимаем, с шиповками постоянная возня. В Siberius Pants есть, как вы видите, задние молнии, и сами они достаточно широкие. И после любого отрезка Siberius Pants можно надеть очень легко, и они будут реально греть наши ноги. Обратите внимание, что Saucony Siberius Pants немного удлинены по сравнению со стандартными тайцами или штанами. Это хорошо защищает щиколотку, но надо точно выбрать размер. Кстати, есть еще в Siberius Pants интересный гаджет. Это температурный датчик, который меняет цвет в зависимости от температуры воздуха. Я проверял его на минусовых температурах, и от стального цвета он переходит сначала к зеленому, потом к голубому по мере понижения температуры. Ну, так что это градусник, который всегда с вами. У Saucony есть, кроме штанов Siberius Pants, есть еще тайцы. Кому все-таки нравятся тайцы, и есть еще и топ из этого же утепленного материала. Так что хорошо можно утеплиться в русскую зиму. Но все-таки русская зима – это не только холод, это еще и снегопады, это еще и холодные дожди. Иногда дождь со снегом, у нас частенько все-таки температура около нуля бродит, и очень много осадков. И верх можно защитить хорошая сакинская куртка, это Palladium Packable Jacket. Этот джекет сделан из хорошей мембраны, хорошо защищающей нас от влаги. Причем он очень, эта куртка очень легкая, вот это настоящая пушинка. Для вентиляции сзади разрез и хорошая сетка влаговыводящая на спине. Если непогода уже совсем суровая, то нам поможет очень хороший высокий воротник. Можно затянуться эластичными шнурами сверху и снизу. В общем, защититься можно весьма качественно. А вот если прошел дождь или прошел снегопад, закончился, и иногда в такой куртке начинается уже быть все-таки жарковато, то, как следует из названия, она складывается. Она складывается в свой собственный карман. Ее можно достаточно быстро сложить. Получается небольшой пакетик, очень легкий. Ты его засунул в карман или сзади, или спереди за штаны. И продолжаешь бежать дальше в дышащей майке или в утепленном топе. Хороший вариант.